Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, только что запустила новую стратегию, призванную сделать блок из 27 стран более напористым в вопросах торговой политики. Видимо, агрессивная эпоха Трампа высветила слабые места в этой области. Во время онлайн-пресс-конференции мы спросили уполномоченного, смогут ли европейские фирмы торговать с Ираном, несмотря на угрозы наказания со стороны США за это. Against the illegal application of third country, illegal extraterritorial application of third country sanctions. For this we have a blocking statute, which we are looking how to update. В четверг Шарль Мишель, который имеет мандат выступать от имени 20 правительственных лидеров Евросоюза, провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани. В заявлении, опубликованном от имени президента Европейского Союза, говорится, что он сказал иранскому президенту, что ЕС продолжит прилагать усилия для содействия полному осуществлению ядерного соглашения с Ираном и возвращению США в СФПД. Джо Байден выразил готовность вновь присоединиться к международному соглашению от 2015 года, официально называемому совместным всеобъемлющим планом действий или СФПД. Об этом говорили многочисленные комментаторы. И дело не в том, давал ли Байден указания или сдержал ли он предвыборные обещания. Дело в том, что Соединенные Штаты должны уважать международное право. В конце концов, СФПД опирается на резолюцию Совета Безопасности ООН. Однако до сих пор администрация Байдена не предприняла решительных действий. Европейский инвестиционный банк сообщил нам, что будет работать с Ираном, если будут созданы подходящие условия. Sanction policy has to be then different, and the, all the international agreements, you know, that we have to also adhere to, all that has to be sorted out before we can go and be active. Если незаконные санкции Вашингтона будут сняты, Иран сможет свободнее взаимодействовать с Евросоюзом во всех отраслях, включая энергетику. The more supply there is, the weaker the prices in principle. So Iran being on the market both for oil and gas is good news for the consumers. Евросоюз не стесняется делать заявления, но пока не ясно, какие конкретные шаги блок предпринимает как координатор СФБД, чтобы вернуть США в это соглашение.